Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, продолжаем воровать вещи у соседа, мы уже практически закончили воровать полностью во втором акте, скоро мы перейдем к третьему, ребят, спасибо вам за лайки, за кучу комментариев, за поддержку, ну, хотя, если честно, я не понимаю, мне кажется, что все-таки проходить моды, это как-то веселее, но модов у нас практически нету. Ребята, стоит ли вообще выпустить, допустим, такое видео, просто собрать все видосы, как я вот воровал вещи на протяжении всех актов, и просто выпустить ли какую-то четырехчасовую версию, хотели бы вы это такое видеть или нет, напишите об этом в комментариях. Ладно, ребята, вы ставите свой лайк, а я начинаю, конечно же. Я надеюсь, что вы его уже поставили. Так, доброе утречко. Опять хриплый маленький мальчик проснулся, и мальчик, маленький мальчик идет опять опустошать все. Чем ему еще заниматься-то? Василича вытащили уже все, что можно только. Так, давайте поднимемся, посмотрим, как у нас там поживает акула. Акула, наверное, поживает у нас отлично. Лежит здесь, не тужит. Так, а если я ее немножко перекину, у нее изменится ли место, как она двигаться будет или нет? Ну, как раз здесь где-то вся полностью накрыта и перекрыта. Так, ну, пойдемте. Откуда? Я уже не помню, где еще остались вещи. Так... Музычка всегда нужна. Отлично, здесь еще и Василий все понаставлял. Так, все, мы, по-моему, все. Опа. Василий, не надо. Сразу прибегай, сразу меня ловит и сразу меня уносит назад в подвал. Ох, что надоели мне эти подвальчики. Каждый раз одно и то же у нас идет. Сколько можно? Так, ну, нужно максимально туда комфортненько добраться. Чтоб Василич не мешал все потихонечку вытащить. Все капканчики. Да ты, Василич, надоел. Че он ходит сюда постоянно? Он не может ходить в какие-то другие места. Уже ночь на дворе настала. Он все ходит, все что-то ставит, все что-то делает. Надоело мне уже. Так, отключить его камеры. Да почему в каждое место, куда я не иду, везде идет Василич? Он, может быть, идет ко мне на нюх. Василич, скажи честно, ты идешь ко... А где он? Василич, ты меня потерял? Да, наверное, потерял меня. Мы разошлись с ним, как в море корабли. Так, и он назад опять взял все это дело, врубил. Видимо, то, что его отвлек, он именно поэтому пошел и куда-то он ушел. Василич! Дядь Василич, вы где у нас там? Где-то бродит, где-то ходит, где-то бродит, что-то делает, непонятно, что делает и зачем. Так, закидать там акулу. Плавает она там, тут тоже молодец, расплавалась, нашла, где плавать акула. Не нужно плавать. А, Василич включил электричество, смотри-ка. Василич контролит за этим. Как включил Василич, так и выключим, как говорится. Нужно все утащить. Обалдеть, у него здесь камеры. Ну, камеры, я думаю, я до бесконечности могу таскать, потому что они будут бесконечно появляться. И как тогда здесь выживать, я даже и не знаю, если честно. Подожди, он здесь, что ли, бегает? Дядь Василич, ну, ё-моё, чё ж вы делаете-то? Придется в обход бежать. По-моему, везде уже. Все, что можно было отовсюду, я уже просто взял и вытащил. Так, в этой комнатушечке. Так, а в этой комнатушечке-то у нас таскать-то особо больше и нечего. Так, и сюда нам нужно воду набрать. Ладно, хорошо, сейчас скоро все сделаем. Кто все сделает? Леха сделает. А почему? Потому что кто молодец? Леха молодец. Леха бегает, продолжает воровать. Он уже не знает, что откуда воровать. Он уже просто у Василича вытащил просто все вещи. Отовсюду, откуда только можно. Так, камеры где-нибудь висят. Так, вот у нас висит камера. Так, эту пока рано мне переключать. Ведерочко заберем. О, фонаричек забыл отсюда убрать. Нужно все проверить, чтобы четенько, чтобы у Василича ничего в доме не осталось. Потому что зачем? Оно ему нафиг это все не нужно. Так, выкидываем все это дело. Так, что мне нужно? Ш-
что-то нужно, скажем, дружно. А Василий все гуляет и меня не замечает. Здорово, Василий, ты серьезно меня не видишь, что ли? Василий постоянно меня не видит. Я просто хочу вылазить из подвала, когда идет утро. Утром самое то вылазить из подвала, потому что чем еще заниматься, я не знаю. Так. Все. Василий, ну хватит, хватит. Так, чуть-чуть не упал, да? Ты посмотри-ка. Так, водичку, водичку, надо нам... Опа, Василий, там сальтухи опять крути. Давай, 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 Василий. Побольше, побольше сальтух крути, конечно же. Куда нам без них? Великолепные сальтухи от Василича. Легендарный тройной тулуп с переворотом. Только умеет делать Василич и все. Так, кидаем сюда. Водички. Нальем сейчас. Посмотрим, акула поплывет у нас куда-нибудь, нет? Акула начинает плавать, акула просто разносит все и... А, мы... Это... Что? Подождите, подождите, что я только что сделал? Я, походу, сломал акулу. И... Я не знаю, куда уплыла акула, что случилось. Но, походу, акулу мы больше не увидим. Акула решила, ей надоело жить у Васильевича. Она говорит, нафиг, оно мне все нужно. Она просто взяла, взяла и уплыла. Вот так вот живем как-то. Вот так вот у нас как-то все происходит. Так, ладно, надо набрать здесь водичку. Блин, слишком как-то встал это. Хорошо, что я умею дышать под водой, я практически... Простите, что? Я, походу, сломал воду. И... Подожди, а что за фигня? У нас больше не будет воды. В смысле, у нас реально больше не будет воды. Вода, видимо, больше ниоткуда никогда не польется. Потому что я взял все и сломал. Надо было сначала там набрать, а потом акуле врубать. Она реально уплыла и забрала всю воду с собой. Это как вообще? Так, а снизу надо бы на меня закрутить. Стой. Василич, подожди, Василич, отстань от меня. Так, спрыгнул, чуть не упал. Я вообще чуть перестаю понимать, что вообще здесь происходит. Так, давай-ка этот закрою. Давай закрою я тебя. Ля-ля-ля-ля-ля, тополя. И побегу я здесь вновь. Бурлит Василич, и здесь кровь. Так, это наверх, это наверх. Ну, вдруг где-то еще я что-то пропускаю. Стой, а реально, а что за прикол с водой? Или мне сверху? Да не надо нифига сверху было, оно просто здесь заполнялось и все. Почему... А, стой, я клапаны-то, наверное, не крутил. Подожди, нет, я все клапаны подкрутил. А! Точно. Ух уж моя память, память-то вообще у меня вообще не рабочая. Я уж все и подзабыл, что когда-то где-то был. Так... Дальше продолжаем мы ходить.
Так, здесь включено везде, везде включено, везде все включено, подключено. Надо пропустить, посмотри, где я еще все взял и пропустил. Жалко, что акула уплыла от нас. Ну, туда и дорога. Каждая акула хочет на воль. Надеюсь, что она плыла куда-нибудь в небесный океанчик. Не, ну реально, акулы-то больше нет. Я даже теперь не знаю, что с ней делать. Теперь у нас прямо здесь вода есть, правильно? У нас вообще сейчас здесь все по фэншую. Прям через воду здесь вниз спускаешься. Вот так вот мы устроили. Все взяли, сломали, разломали. Но это бывает. Бывает и такое. Бывает такое, бывает не такое. Василич бегает. Здорово, Василич. Че, в шоке, наверное, от того, что у тебя в воде все. Так, здесь. Ну, ё-моё, а. Промахнулся немножечко. Так, вода полилась. Подожди, полилась. Василич мне сейчас этот фингал поставит, вообще как-то не хотелось. Так, упрыгиваем быстрее. Не догонишь. Так, все, я, может быть, везде воду врубил или не везде? А мне, чтобы понять, мне надо ту штуку врубить. Проверить, работает она или нет. Нет, что-то где-то еще... А, наверное, в этой штуке пропустил. Мне даже кинуть нечем. Ладно, так будем разбивать. Что делать-то? Ну, ё-моё, капкан на его опять. Так, капканы заберем. Здорово, Василич. Не надо, дядь Василич. Ну, что ж вы делаете, да, со мной постоянно? Так, все, вроде теперь все везде включено. Везде все включено, везде намучено, как говорится. Дядь Василич, давайте сальтуху все-таки изобразите. Покажите, как нужно прыгать правильно. Или не покажете? Лезьте, будете на версию, да нет сюда. А, вы меня потеряли, да? Это фигово, когда в старости такое зрение. Прям действительно вам говорю, фиговастенько-то. Так, все. Эту штуку я врубил. Теперь вода у нас здесь льется. Во, отлично, вода полилась. Надо быстрее отсюда выбраться, потому что тонуть мне как-то вообще бы не хотелось бы. Так, потихонечку идем. И куда-то мы придем. Что-то где-то заморозим. Так, и что мы здесь нашли? Мы нашли ключ от ворот. От ворот в поворот. Так, все. По-моему, полностью все вещи из дома Васильевича мы вытащили. Своровали полностью все вещи, все лампочки. Все, абсолютно все у нас вытащено. Да, мне, конечно, вот это море вырубает немножечко. И мне до сих пор интересно, куда акула пропала. Но она просто решила покинуть нас, акула. Говорит, зачем, говорит, все это надо? Я, говорит, вас покидаю. Музыка будет играть теперь акуле. В честь ее уплыва последнего, так сказать, заходика. Заходика. У акулы пароходика. Так, Василий, сюда лезь. Да что ж ты лезешь постоянно сюда? Надоел ты мне. Лазишь. А потом смотришь, а ты хоп, и облазишь. Так, ведерочко. Фонарик еще есть. Ё-моё. Еще камеру надо утащить. Так. И вот это все открыть.
Так, давай, 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 все утащим, побыстрей. Посмотрим, посмотрим, что, что еще останется. Но я, по-моему, я уже реально, я уже все вытащил. Тут уже просто Василий сверху будет все накидывать, потому что мне вытаскивать больше нечего. Кстати, а я что-то подзабыл, а где этот-то маленький мистер сантехник у нас находится? Комнаты, подожди, комнаты я, по-моему, уже все открыл. Все открыл, все утащил. Так, камеру забираю. Я что-то реально позабыл, а где мистера сантехника взять? Тут у нас вот и батут имеется. Можно на батут залезть. Сбоку запрыгиваешь и отсюда упрыгиваешь. Так, берем, берем. Двойной капкан. Реально, все комнаты обошел. А где у нас должен был находиться маленький этот мистер сантехник, которого я должен был садить на унитаз? Я что-то реально подзабыл. Или я уже брал и выкинул туда? Или нет? Эх, память, память моя. Ты штучка такая. А, стой, в туалете, точно я все не повытаскивал. Мне в туалет еще надо будет забежать. Че я бегаю-то постоянно кругами? В обходы, в какие-то непонятные и так далее. И так далее. Пойду куда-то я далее. Вон Василич бегает в шоке. Говорит, что здесь вообще творится? Я ничего, говорит, не понимаю, что, говорит, за ерунда. Бассейн, говорит, переместили, все сместили. Так, в туалет забегаем. Да, здравствуйте, маленький мистер сантехник, как у вас дела? Я вас опять под носом намазано и смотрю. Так, здесь это забрали. Все, здесь у нас больше ничего нету. Отсюда лампочки, по-моему, не выкручиваются. Да, действительно, отсюда они не выкручиваются. Опа, смотри-ка, там еще что-то лежало. У Васильича просто здесь все чистейше. Наичистей, сразу видно, клейкая служба пришла. Алексей Смертный, как говорится. Рекомендую. Ведро еще стоит. Да ё-моё, сколько таскать-то отсюда? Все можно-то, а? Так, давайте сантехника поставим. Он должен на унитазе на своем сидеть. Опа, сидит на унитазе, молодец. А кто молодец? Тот кушает правильно, холодец. Чего в натуре я здесь натворил, я не понимаю. И куда-то я опять снова убегаю. Так, ну что здесь еще можно взять? Так, давай капкан. Мистер сантехник, я его слом одолжу. Вы все-таки под носом-то вытрите, пожалуйста. А то что-то вот странности у вас какие-то здесь творятся под носом. Так, банана два нашел. Банана два нашел, с ними я ушел. Опа, Василич, дядь Василич, не надо, не гасите меня в сортире. Он взял меня в сортире, загасил, а? Мне как-то особо не вставляется в сортире тусоваться. Так, ну давай, давай, смотрим. Сейчас все унесем. Так, подожди, давай-ка я вот так начну. Гвозди унесем еще. Все унесем. Мы будем долго таскать. Долго, очень долго. Пока все не перетащим, никуда мы не уйдем. Вот, как-то так. Вот такой вот мой ход конем. Я дальше уже просто не знаю, что забирать и куда уносить. Реально, а куда акулу-то делать? Что с ней делать-то? Просто взяла, уплыла. Говорит, все, аривидерчик. Выпустили на свободу, говорит. Молодец, акула. Главное, стремление. И стремление есть, хоть куда можно добраться. Так, забираем. Забираем. Здесь берем. И с дощечками идем. Поднимаемся наверх. Еще камера висит.
Сколько их реально перетаскивать-то буду? Уже надоел, уже таскаешь. Сколько можно-то, а? Сколько можно, сколько положено, как говорится. Ох, Василич, там опять злой где-то поднимается. Ты что, здесь, что ли, лезешь? С фонариком смотри-ка бегай. Правильно? Как я всегда говорю, лучше фонарь в руках, чем фонарь под глазом. Под глазом, когда фонарь, это вообще не весело. Так, ковер. Крышка от гроба. Обалдеть, как щит можно крышку от гроба использовать? Так, гвоздики собираем. И быстренько берем и убегаем. Как кажется, как-то так это все должно работать. А что, я стал на месте? Потому что я, дурачок, мне постоянно заняться нечем. Вот я на месте и стою. Василич, ты что, сюда пришел? Василич, блин, поймал меня, а? Ходит он здесь, контролирует. Как я тут своими делами, между прочим, занимаюсь. Что-то перед глазами вылезло, какие-то надписи постоянные. Ведра, они вообще, они не кончаются. Василич, я не знаю, где он берет. Может быть, он сразу вагонами их закупает, да и все, и в принципе, не обламывается мужик. Так. Красота-то какая, а здесь? Видно все, что творится. Не, серьезно, акула-то куда делась? Серьезно, она просто взяла и потерялась. Она просто уплыла. А, так у нее вода закончилась. Она, наверное, выплыла. Вода в бассейне прекратила подаваться. И она, наверное, пока плыла и куда-то туда, наверное, улетела, походу. Не, стой, ну серьезно, смотрите, я сейчас даже это проверю. Да, слышите, она там где-то находится. Просто если я больше вылезу, то все. Она где-то здесь есть. Просто... Вода вниз лилась назад. И как-то так получилось. Как-то так все дело получилось. Гвоздик. Я возьму с ним куда-то. Убегу. Так, ладно. Василич опять здесь. Василич! Ты надоел мне. Ладно, жизнь шоколад. Я тут с гвоздями лазю, между прочим. Пытаюсь тут остатки дел своих доделать. А ты мне все уходишь и мешаешь здесь. Надоел ты мне мешаться. Нужно чем-то заниматься. Так, выкидывай. Блин, я акулу уже никак не достану, чтобы сюда вернуть. Если бы я смог ее достать, она бы тогда летала бы по небу. Но я вот провисел немножечко. Как-то неловко все это дело получилось. Блин, жалко, что я ее никак не достану. Прям очень жалко. Василич тут лезет походу. Блин, как бы мне ее вытащить-то, а? Я ее никак не вытащу уже. Потому что я только туда выйду и все. И не телекомедия будет. Так, давай, наверх лезем. Лезем и залезем. Так, ведерочка. Сюда же все. Это значит, акулу просто можно переставить и потом по новой врубить. И значит, бассейн за счет этого перемещается у нас. Так, капкан. Иди сюда, мой друган. Так, здесь я выкрутил. Да, выкрутил все. Сейчас бы маленькому мальчику с капканом в руках бегать. И понятно. О, ведерочки, бананчик. Бананчик, хулиганчик. Камера еще. Тут еще бегать. Ты смотри-ка. Еще дела делать. Тут дело в вагоне сделано. Силич опять здесь, походу. Да, он сверху бегает. Ладно, Василич, я другим путем пойду. Я непривередливый человек. Реально, блин. Где акула-то, а? Акула бывает кусачей, только от жизни. Какой, собачий, что ли? Собака не акула.
Так, 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 скидываем, скидываем. Куда-нибудь накидываем. Надоел, Василий все ставит и ставит. Я убираю, он опять приходит, опять ставит. Как с ним бороться-то, а? Ты мне скажи, пожалуйста, на милость. Так, давай побежали. И куда-то прибежали. Банан. Ведро, ведро. И камера. Так, замечательно. Здесь еще камера. Да ты надоел, ты надоел. Да че я так бегаю? Прибегу здесь. Он один фиг непонятно где находится. Я проще здесь добегу. Куда-то прибегу. Василич, ты че? Не чуди, Василич. Так, где он? Непонятно где. Василич, под воду. Подводный Василич. Стой, подожди, не надо. Опа. Я сейчас разобьюсь же нафиг. Оп, не разбился, нифига себе фартануло. Леха фартовый. Так, здесь еще две камеры. Это можно до бесконечности бегать. Так, два гвоздя на улице взять. Гвозди все уже почти закончились. И почти все, все уже скинул. Блин, да ё-моё, чё ты ко мне прикопался-то, а? Василич, я в гробу, я не хочу туда, я в гробу тебя видал и всю твою эту... Ну, успел. Обогнал Василич, обманул дурачка на 4 кулачка. Это ведь замечательно. Так, еще камеру повесил. Ты смотри-ка, самый умный, что ли, или что? Камеру он здесь понавешал мне. Ведро сюда, все сюда. Мы там самую большую свалку в истории устроим. Так, аккуратненько спускаюсь. Обалдеть, я мистер аккуратность. Ну, я просто в детстве так упал, с тех времен я такой дурачок. Возьми с полки кабачок, как говорится. Так, все, 4 гвоздя осталось. Фиг забьем на нашу усталость. 5 камер. Да что с ним делать-то, а? Так, все, 2 гвоздя. Еще что-нибудь по пути, может, попадется. Больше все, я не знаю, я делов не знаю. Мне это все надоело. Так, 2 гвоздя взяли. Что-нибудь день тут подогнали. Вон яблоко еще нашел. Яблоко это вообще нормально. Витамины будут. С утра вместо кофе можно яблоко съедать. Ух, бодрость ловишь какую. Бодрость. Хоп, взял, взбодрился. Все, давай скидываем сюда. Так. И побежали. Куда побежали? Зачем побежали? Непонятно. Проверять остаточки. Остаточки всего в доме. Так, сюда я никак уже не дотянусь. Это вне моей юрисдикции. Так, здесь все камеры забрал. Здесь тоже забрал. Лампочку забрал. Ведер нету. Мистер сантехник, мое почтение вам. Высказываю, так сказать. Так, ну все. Ведерочка. Тут уже последние, так сказать, штришки. Что я, так сказать, мог пропустить. Больше, походу, я ничего нигде не мог пропустить. Опа, 4-е ведро. Все. Идеально? Да ты надоел мне уже, а? Как ты мне надоел-то? Вот закидывает. Я уношу. Он приносит. Водоносит. Так, еще что-нибудь есть?
через окно он тут залазит. Ты смотри-ка, самый умный, что ли? Через окна лазит, куда-то он залазит. Еще одно ведро. Так, ну реально. Чтобы знать, где акула. Так, ребят, ну тут реально уже все вытащено. Я не вижу смысла. Просто я не знаю, как, блин, оно у меня не отобразится. Здесь акула. Как только я окажусь наверху, я... Да где же она? Вот, вот она, видите, акула. Вот она куда упала. Так, может, я ее смогу забрать? Опа. Так, я забрал акулу. Давайте ее сейчас выкину здесь. Посмотрим. Во-во-во, все, акула поплыла. Акула у нас теперь плавает по небу. Если вдруг никто никогда не видел, как акула умеет плавать по небу, вот, пожалуйста, ребят, можете смотреть и наслаждаться. Заплавающий по небу акулы. И вот так вот мы ее сломали. На этом моменте, я чую, можно прям вообще приспокойненько у нас взять просто... Закончить все наши дела со вторым актом и переходить к третьему акту. Можете вот еще раз насладиться. Летающая по небу акула. Акула от Васильевича. Ну, такие вот дела. Пишите, если ни разу такое не видели. В прошлый раз мы как-то это умудрились сделать. Все, тут реально все вытащено. Я думаю, что нам можно убегать. А, я мог сюда выйти, что ли, все это время? Это мне только надо. Так, 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 бежать, бежать, быстрее, бежать, быстрее. Ух, что творится-то, что творится? Наконец-то я свалил отсюда, а? Украл все вещи и свалил. Ух, надо мать папе поругаться. Если я где-то когда-нибудь, конечно, еще увижу. Смотри-ка, дядя Васильевич, как смотрит на меня. Ты только глянь. Часики закрутились, я думаю, что лайки у нас намутились. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Мы вынесли полностью с первого, со второго акта все вещи. Теперь у нас остался третий акт. Это вообще очень-очень много делов. Я посмотрю еще, что у нас осталось по модам. Там буквально, по-моему, остался один мод и все. С остальными либо какие-то проблемы, либо они слишком темные, либо еще что-то. Если понравился ролик, ставь свои лайки, подписывайся на канал. Конечно, жмем на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики, ребят. На этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем отличного настроения, всем удачи и всем пока, ребят. Давайте, ребят, увидимся. Спасибо, что со мной. А, и ну, если вдруг вы смотрите хоррор, ребят, не пропускаем про жуткую бургерную, они нифига не собирают. Ну, блин, прикольная игрушка на самом деле. Жаль, что так мало просмотров. Он тут стучится уже. Давайте, ребят, покеда. Всем пока. Увидимся. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертик. Его мне почтальон печник письмо в Хогвартс принес. Опа. Не буду подходить к письму. А, вы сегодня не подойду к нему. Все, давайте. Всем пока. Пишите, если ждете продолжения.